Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей, и мы играем до сих пор в Край Фир. В прошлый раз, как вы помните, мы остановились вот здесь, вот около этого магнитофона, после того, как уделали, блядь, здорового чувака с булавой. Я открыл эту дверь, собственно, теперь мы просто обязаны посмотреть, что же нас за ней ждет. А за ней нас ждет еще один маффин, как ни странно, и шприц. Это просто замечательно. Ау, блядь, ты мать твою за ногу! Ты что делаешь-то? Эй, откройся. Чувак, я хочу с тобой подружиться. Эй, мистер, а ну-ка, гивап, чувак, сдавайся. Ага, конечно, ага. Слышь, сука, прекратите. Хватит меня пугать этими скримерами. Эта игра не должна пугать скримерами. Чего сейчас будет, я не понял. А, отлично, дверь открылась. Хорошо, ладно. Вон оно что началось. Какие-то уже глюки пошли у нашего главного героя. А что ты думаешь? Что я думаю? Я думаю, нам пиздец. Реально. А, что ты... Тебе нравится это? Да, мне очень нравятся эти охуенные ржавые стены. А, ты не знаешь ничего. Может быть, не отрицаю. Ничего по этой игре я не знаю. Если ты что-то просто понимаешь, никогда... А, я никогда не хотел этого. Ну, отлично, чувак, а кто ты? Что это за классная такая креативная лестница? Это дизайнерский уголок? Это что, приют для молодых дизайнеров, которые очень охуенно разбираются в интерьере и в архитектуре? Не знаю, как это еще называется. А, я просто хочу, чтобы ты умер. Просто умер. Хочет он, чтобы я умер, а? Блядь. Писю посад... Воу, ёбаный свет! Да вы чё? Чё это было? Вы понимаете что-нибудь? Нет? Ага, я в курсе. Да-да-да, очень страшно. Просто обоссаться. Так. Чё это было, я сейчас не понял. Какая-то херня, по-моему, полнейшая. Так, подождите, мне надо, наверное, подхилиться сейчас, иначе руки эти вылезут, дадут мне пиздюлей. Взять, ну давай. Так сказать, начнем. Наше похождение по голым рукам. Как они вообще здесь оказались? Куда нам бежать? Может быть, их застрелить? Хотя вряд ли. Все, сейчас они появятся. Ага. Бежим, чувак, беги. Ой, тупик, блядь. Беги, друг, беги. Давай. Осталось совсем немного. Ну почему ты выдохся-то, еблан? Нет! Ой, блядь, как их тут много, вы посмотрите, а? Есть! Я это преодолел! Ой, люди! Живые люди! Я прошел край эфира. Конечно, блядь. Прошел ты край эфира. Сам ты себе веришь? Нет, я себе не верю. Проклятие! Что это такое? Галлюцинации? Да, чувак, тебе же сказали, возьми противогаз. Я что, свихнулся? Черт! Мне нужно найти помощь или хотя бы найти дорогу домой. Хотел бы я знать, кто этот чокнутый доктор. Он, наверное, что-то сделал со мной. Он был в противогазе, а я нет. Город таит опасность. Ты в порядке? Тебе пора вернуться домой, я начинаю беспокоиться. Мать! Да мне только что выдали таких опиздюлей. Опиздюлили и навешали пиздюляторов, а ты только начинаешь беспокоиться. Звони в полицию, мать! Такой вот разговор. Я продолжу тему насчет снега. Это же так классно. Вы все, наверное, видели в интернетах, помимо картинок с кошечками, картинки классные. Где вот такие вот ребята хотят дать вам пиздюлей.
Нет, не это я имел в виду, а когда парень и девушка, они любят друг друга и кидаются в друг друга снегом, например, пушистым этим мягким снежком. Это же просто огонь. Скорее бы зима. Я, честно говоря, обожаю зиму. Я люблю ее гораздо больше, чем лето, потому что лето – это нет. Лето – это не наше, особенно в наших краях российских, где лето очень... Я не разбираюсь в географии. Фу ты, блядь, в этой, в метеорологии. Я не знаю точно, когда лето хуже, когда оно влажное или когда оно сухое. Отберитесь до Хансен Сквер через станцию, хорошо. Так вот, у нас в России лето, оно либо очень влажное, либо очень сухое, и поэтому даже 20 градусов жары, они просто чувствуются очень плохо, влияют на состояние. А вот на курортных, так сказать, берегах, зонах, ебическая сила. Там влажность больше, поэтому там не так жарко, и прекрасная погода постоянно царит. Ага. Это что такое, блядь? Скажите мне, пожалуйста, что это за яблоня? С такими классными яблоками. Ничего не куда. А как мне пройти туда? Это может меня убить, да, я так понимаю? Ну, туда мне... Там кто-то бежит, смотрите. Сейчас этого чувака там убьют. Иди, иди сюда, иди, дружище. Ну, иди, ну, подходи. Ну, что же ты стоишь, друг? Вот, я нашел дырочку давно, между прочим. Просто думал, что как-то можно это иначе преодолеть. Мне бы шприц не помешал. А, у меня же есть. Иди нахуй! Нехорошо, это нехорошо, ребят. Это просто отвратительно. Ой, у меня два шприца. А вот это уже хорошо. Поехали дальше. Так, патрончики у меня кончаются, это плохо. Но без света здесь пройти не получится, потому что здесь очень темно и ничего не видно. У меня два патрона в обойме, мне не хватит этого ни для чего вообще. Так, вот здесь сейчас будет опасно, я подозреваю. Вот это классно! Вот это вот я называю день удался. Никого. Сказка. Как же это классно, ребятки. Когда никого в этих узеньких тоннелях и нет. Это же... Сука! Зачем ты так делаешь? Не надо больше так делать. Чего? Да какого хуя ты ходишь сквозь туннели? А он не может меня побить, да? А я могу его. Смотри, чувак. На, сука. Так-то, не связывайся со мной. Вот это замечательно, я вам скажу. Ой, смотрите-ка. Чувак, тебя освободить? А, он дерется, смотрите-ка. А я его сейчас убью. Он бьет сам себя, он дурной. Вот так-то. Так, обойма, отлично. Вот теперь у меня есть целый пистолет. Запишем это дело, так сказать, отметим. Продолжим наше путешествие с пистолетом в руках. Смотрите, какой я прыгучий. В один просто присест взял и пробрался. Так, где мой ножик? Сломай эти доски. Вот так. Давай еще вот эту сломай. Хорошо, замечательно. А вот я уже вижу одного человечка, которого мы сейчас зарежем ножом. Потому что он... Иди сюда. Чувак, ну иди сюда. Эй, ну подойди поближе, я не достаю тебя, ты понимаешь? Ах ты ж сучий ты потрох. Придется застрелить его пистолетом. Ну а я не вижу других путей, потому что он мне сейчас... Так, он один там? Подожди, чувак, ты один? Я тогда вылезу и нарежу тебе пистолетом. Ой, этим ножом. Быстрей. Ой, выхватил сразу, не успел. На! Как он быстро бегает. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Залезь, блядь! Залезь! В бою не сдается наш гордый варяг. Он дыма ебать его нахуй! Отстаньте, человеки! Да они вообще какие-то безголовые, тут хуй его туча просто. Справился. Ну да ладно. Я не думал, что все так получится, но, как вы понимаете, загружаться по новой нет смысла. Я люблю хардкорные режимы, и поэтому будем играть именно так. Перепрыгивать. Ну, конечно, ты не можешь перепрыгивать. То есть, брюки ты запрыгивать можешь, а палку перепрыгнуть нет. Ну, хорошо, ладно. Будем думать, что ты просто мудень. Мудень. Отличное слово, мудень. Он
Это слово, оно рифмуется с дятлом Буди. Как бы вам этого не хотелось, но Мудин, дятел Буди. Кто там? Это бесполезный человек, которого просто можно с легкостью сейчас убить. Возьми прямо вот так вот нож и давай его почикаем. Воу-воу-воу-воу! Джефф! Он похож на Джеффа. Ну чё ты там встал-то? О, ты не ожидал, да, что я тебе так сейчас резану? Да что ж ты, сука, какой длиннорукий козел. На! На! Да сдохни ты уже! Да что ты какой живучий-то? Чувак, он бьет себя по голове. Накажи сам себя, чувак. Да хватит меня дал. Что это, блядь, за такое? Чего они попадают по мне так нечестно? Так, дайте мне шприцов, дайте мне обоим, дайте мне пистолетов для дробовика, дайте мне всего вообще, я все хочу. Хочу всех и все, всех и вся, и все, и... А мы идем спокойненько себе в следующую локацию. И сейчас будет заставка, да? Нет, хуй там ночевал, так сказать. Ой, кто-то бежит. Чувак. Сука какая, вы посмотрите на него. Да отстань от меня, ёбаная жаба. Так, где там у меня мой старый друг под названием Дробовик Маслова, бля? Вы знаете? Оу, знаете, что такое Дробовик Маслова? И я не знаю. Кто такой Маслов? Это наверняка какой-то ученый. А, ну любую фамилию возьмите, введите ее в Google, и в любом будет какой-нибудь ученый, спортсмен, там, физик, химик, наркоман, я не знаю. Всякое бывает. А тем временем мы продолжаем записываться и чесать нос, потому что если мы чешем нос, это либо к пьянке, либо к пиздюлям. А пьянки у меня не намечается, значит, вариантов немного. Осмотр. Да вы чё, ну издеваетесь, ну какой ты лещик сейчас? Воу, кончились патроны. Нет, нет, нет. Чувак, ой, зачем я загнал себя в... Зачем я загнал себя в тупик? Кто-нибудь мне может ответить на этот вопрос? Почему я так... Ой, блядь, ну правильно, без перезаряженного дробовика-то я начал драться, так сказать, с каким-то существом с бензопилой. Это глупо. Как мне... Блядь, М16, контра! Как тебя убить, черт ебаный? Да ты чё? Да что такое, блядь? Ёбаный ты по голове. Да ёб твою мать! Ой, блядь, я не знаю, что делать. Я побегу, мне похуй. Сука, я убежал от него. В него не надо было стрелять, я просто зря потратил патроны. О, вот это... Почему я не взял автомат-то? Я же видел там автомат. Сука. То есть вот вы про это мне говорили, да, что я очень невнимательный. Нихуя себе, попробуйте-ка, когда вас с одного раза запиливают, взять, блядь, автомат. Нет уж, нервы дороже. Я лучше просто так... Просто так лучше похожу. А, конечно, патрончиков-то нет. Так, а ты так меня можешь ударить, нет? А, нет, он меня даже не бьет. Ну, отлично просто. Свободно режем чувака, пока он не помрет. А ты дотянешься до меня? Ну и замечательно. Вот все бы так было в этой игре. Просто спокойно бежишь и бьешь их. Но нет, я не так все спокойно. Я знал, что в этом закутке меня ждет что-нибудь приятное. Но почему нет? Так, перезарядочка. Теперь-то у меня есть обои. Ой, ты куда, чувак, пропал-то? Вернись. Ой, это что-то за дитё инопланетянина, блядь. Он взорвал себе голову, чтобы меня убить.
Блять, нихуя не вытворяю, да есть шприцы? Шприцов нет. Это плохо. Так, то есть ему надо стрелять в голову. Ну хорошо, я снайпер-то тот еще, хули мне. Ну-ка. Вот так вот. Так он будет стрелять точнее. На улице светло, зачем нам нужен сейчас телефон? Дайте шприц, пожалуйста. Здесь ничего нет. Здесь нет ни магнитофона, ни... Блять! Пизда с ушами, уйди от меня, уйди, я тебе сказал, уйди, не трогай меня, нахуй, сдохни! По-моему, на меня оставался один удар, я с легкостью сейчас просто филигранно справился с этим. Заданием! А, у него кол, вон оно что, он колом меня режет. Есть магнитофон, есть шприц, есть обойма. Обойма есть, хорошо, это одно из трех. А еще что-нибудь, пожалуйста, ребятки, дайте. То, по-моему, я сейчас харакири сам себе сделаю. А я не хочу, не хочу я с этим связываться. А, эта дверь закрыта, ладно. Как-то очень это опасно сейчас все. Ай, закрыто. Мне нужен срочно магнитофон. Не пугай меня, Саймон. Ты меня так... Я запомнил, кстати, его имя, его зовут Саймон. И это просто круто. Так. Ага, ладно. Да будет... Сука! Ну не, да вы угораете. Серьезно, я вам говорю, чуваки, вы смеетесь. Это самое начало, это тот чувак, от которого надо было убежать. Ну хорошо, сейчас я добегу до того дома и вернусь. Блять, вы представляете себе, нет, я дошел до этого места, опять я не потратил на того дурака ни одного патрона с бензопилой. И начал проходить тут, а тут меня начали пиздить какие-то дети... Эти главевёшки. У меня опять мало здоровья. Ну что ж за дела-то такие, а? Он опять помирает. Ну что вы хотите с ним делать? Нет, подождите. Длинный коридор. Нам нужен маффин с записью. Он прямом где-то в комнате который должен быть. Нет, вы посмотрите, здесь нету ничего. Ну тогда я возьму дробовик, с ним безопасен. С ним реально гораздо все спокойней. Давай, вылази. Нет, не хочет вылазить, вы представляете? Да подождите, а где моя запись-то? Где мой магнитофон? Где же он, мой маленький классный маффин? Нету здесь ни черта. Вообще ничего нет. А внизу, может быть, есть магнитофон, нет? Если я уже выход нашел отсюда. Может быть, не знаю. Все вполне возможно. Блять, этот чувак идет. Да ебать ты какой живучий, одумайся. Так, перезарядочка. А вот видите, в дробовике патрончики не проябываются, потому что он их просто добавляет. Да, конечно. Все патроны сейчас на них потрачу. Ну, терпи, терпи, потерпи, Саймон, чутка, совсем маленько. У нас уже все впереди, вся дорога открыта. Сейчас мы найдем шприца, жарим тебе как следует. Нет! Вот если бы он по мне попал, все, пиши пропало. Дробовик гораздо полезней, чем любой, блядь, пистолет. Потому что он... Что такое? Почему здесь тупик? А, я не сюда хотел зайти. Я просто потратил зря патроны только что. Вы представляете, нет? Ах ты ж, ёб твою мать! Вот же ж, а я тупанул-то. Тут, походу, можно запрыгнуть и идти по ним. Давай, чувак, Саймон, крепись, ползи. Вот, отлично, замечательно, встань. Тара-па-парам. Вот тут в чем вся фишка-то. Надо было просто пропрыгать, а теперь взять дробовик и готовиться к пиздецу. Я готов. А вы? Готовьтесь. Где мой магнитофон, суки? Где мой шприц? Около каждого шприца магнитофона и наоборот должен быть его друг. Друг магнитофона шприц, друг шприца магнитофон. А моих друзей в этой игре нет, потому что я такой одинокий. Меня все бросили, оставили здесь, в этом сраном непонятном, месте. Мне не выжить. Я не жилец в этом мире, блядь.
в этом мире. Что такое? Нет, куда идти-то, блядь? Я так понимаю, в лужу вставать не стоит. Я не собираюсь, нет. Да чувак, ну что ты, блядь, какой хромой? Пойдемте тут, я не знаю. Ну. А, вот же проход. Да, блядь, потупить я люблю, все это прекрасно знают. Ну я же не специально. Включить это что? Использовать? А, это, блядь, какая-то загадка, смотрите-ка. Где подсказки? Сова, лев, Николаич Толстой. Где? Где подсказки? Как играть? Что надо сделать? Я не представляю. Прими мой вызов, нажми ее. Кого ее нажать? Что сейчас случилось? Ну где-то же здесь должны быть. А, вон, наверное, на плакате на этом нарисовано, как оно должно быть. Воу! Магнитофон! Магнитофон! Ладно, ребята, разбираться будем мы в следующей серии, потому что это уже наверняка затянулось. Поэтому всем пока, подписка, лайк, комментарий, группа ВКонтакте, Твиттер. И до встречи в следующих сериях, они будут совсем, совсем скоро. Все, пока.